поужин кишечник. Каким образом мы с ним работаем? Мы идем от зоны аппендикса. Я сейчас еще раз объясню, почему зона аппендикса достаточно важна. Я делаю это как можно проще объясняю. Идем вот по такой схеме. И дальше переходим на левую сторону. Мышкой не супер рисовать, но тем не менее схема достаточно точна. Сейчас я еще более ее уточню и объясню, где основные проблемы. Вот то, что зеленой нарисована линия, это у нас зона толстой кишки. Ну, как вы знаете, толстая кишка. Ну, или, может быть, не знаете, наверняка знаете, это до 1,5 метров.